В Украину возвращаются снег и мороз. Похолодание охватит все регионы. Дожди и мокрый снег ожидаются в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. На остальную территорию придет арктический воздух. Ночью ожидается до 5 градусов мороза. И продержится такая погода до конца недели. Согласно постановлению Кабмина, если 3 дня среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов, местные власти могут включить отопление. Жителям Львова повезло, у них уже затопили. Потеплели батареи и в городе Вараш Рівненської области. В Івано-Франковске отопление включат только в школах и детских садах. А вот в столице тепла в квартирах и учебных заведениях можно не ждать. Точно так же, как и в целом по стране. В Харьковской области из-за понижения температуры детей отпустили на вынужденные каникулы. Так поступили и в Лозовой, где сегодня выпал снег. Температура в классах около 11 градусов. Поэтому до конца недели школьники учиться не будут. Детсадов это не коснется. Еще в 17 районах области школы закроют с завтрашнего дня. Останутся дома дети и в Никополе, Днепропетровской области. А с четверга планируют приостановить учебный процесс в Николаеве.